Лучшим в крае по темпам экономического развития в этом году стал город Новороссийск. Чтобы сохранять лидирующие позиции, администрация города-героя принимает серьезные меры. На российских и международных выставках и форумах презентуют проекты ведущих предприятий муниципалитета. О том, как проекты воплощаются в жизнь, расскажет Валентина Бекшаева. Лидер среди глубоководных портов ЮФО по объемам и качеству работы. Новороссийский комбинат хлебопродуктов делает очередной шаг в своем развитии. На территории сейчас идут строительные работы. Согласно проекту, мощности предприятия будут увеличены. Мы сейчас развиваемся, и будет увеличена наша единовременная емкость единовременного хранения до 100 тысяч тонн. Вы сзади меня видите перекидная башня, где будет расположена и сообщение между элеватором номер 2 и элеватором номер 1. И дальше из этой перекидной башни будет направляться зерно уже на пристань. Привлечение и реализация инвестиций, по словам руководства комбината, результат совместной работы с администрацией Новороссийска. Город-герой помогает предприятию презентовать проекты на выставках и форумах. Было подписано инвестиционное соглашение на экономическом форуме в Сочи изначально на 6 миллиардов на реконструкцию предприятия. На сегодняшний день уже вложено в реконструкцию порядка 3 миллиардов, 50%. Мы увеличиваем силосный парк Новороссийского комбината, что дает большую гибкость, чем остальным элеваторам в Черноморском бассейне. Это и есть конкурентное преимущество. Применяются самые современные технологии, самые современные IT-настройки данного элеватора. Плюс к тому мы ведем постоянную работу над совершенствованием финансирования. Как отметил руководитель муниципалитета Игорь Диченко на встрече с коллективом предприятия, комбинат сегодня является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России. Кроме того, несет социальную нагрузку, обеспечивает работой больше 600 человек. Поэтому поддержка таких предприятий для города – приоритет. Увеличить мощности намерены в ближайшие 2 года. Кроме повышения эффективности работы, будут созданы десятки новых рабочих мест для жителей города-героя. Также администрация города и комбинат решили провести реконструкцию Дома культуры. Валентина Бекшаева, Леонид Манчинский, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск.